Япония может спровоцировать новый международный скандал. На официальном сайте Олимпийских игр, которые пройдут в стране через год, Южные Курилы показаны частью Японии, в том числе российские острова Кунашир и Туруп, Шитаканы, Хамабаи. На карте с маршрутом Олимпийского огня эти острова отнесены к префектуре Хоккайдо. Япония оспаривает принадлежность этой территории. В 1956 году Москва и Токио подписали совместную декларацию, в которой Советский Союз соглашался рассмотреть возможность передачи Японии островов Хамабаи и Шикотана после заключения мирного договора, однако документ не был подписан. В Москве считают, что острова вошли в состав СССР по итогам войны, и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит. В ноябре прошлого года Владимир Путин и Синдзо Абе на встрече в Сингапуре договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору.